День народного единства – это еще относительно молодой праздник, ведь ему нет и 20 лет. Традиция праздновать эту дату зародилась с 2005 года. Исторически так повелось, что в дни суровых испытаний наша многонациональная страна объединяется. И поэтому нас никто и никогда не победит. Желаю сохранять наши традиции и беречь человеческие отношения. С праздником! В начале ноября ежегодно по всей стране традиционно проходят фестивали и шествия. Устраиваются праздничные концерты и массовые народные гуляния, посвященные единению народов. В единстве и сплоченности наша сила и залог достойного будущего. Ведь именно от нас, от всех и от каждого, в отдельности, от нашего единения и сплоченности, от веры в Россию и в предстоящий день зависит настоящее и будущее нашей страны. История праздничной даты берет свои истоки из глубины веков. Ведь именно в первые дни ноября 1612 года, благодаря народному ополчению под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, Москва была освобождена от польских захватчиков. Конечно, этот праздник очень важен для нашей страны, для нашего многочисленного, многонационального населения. И неспроста этот праздник еще совмещен с Казанской иконой Божьей Матери. День народного единства является государственным праздником. Значение его велико. Он напоминает россиянам о том, что лишь сплотившись, можно преодолеть все трудности. Чтобы все наши люди воссоединились всех национальностей, чтобы жили в дружбе, не было войны, чтобы всем здоровья желаю. Праздник объединяет людей разного происхождения, статуса и религий. Россия – одна из самых многонациональных стран. Сохранять и чтить традиции народов нашего государства очень важно. Мария Пель, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».